смертном одре. Умирает не молодой человек, умирает, дает последнее распоряжение. Возле его кровати сидит жена. Она говорит: Фира, все запиши, я хочу последние дать указания. Все, я же не имею сил, уже все. Пиши давай. Значит, мой костюм румынский, вот этот серый, пиши, отходит моему брату Фиме. Она говорит: послушай, зачем Фиме костюм? Зачем Фиме? Отдай лучше моему племяннику. Отдай лучше моему племяннику Мише. Ему нужен. Он говорит: нет, моему брату. Она говорит: слушай меня. Зачем? Брату моему лучше. Все, пусть будет брату. Он говорит: ну хорошо, пусть будет брату. Все же, ладно, черт с ним же, пусть будет брату. Так, что еще у меня есть? Он говорит: часы слава, то, что мне мама подарила на выпускной вечер в 58-м году. Отходят моему двоюродному племяннику Зяме. Она говорит: зачем Зяме часы? Зачем Зяме? Зяме что? Зяме работает этим слесарем, он поломает часы. Ему не надо часы. Не надо лучше сыну моей сестры отдать. Она говорит: нет, Зяме, я хочу, чтобы память. Она говорит: не надо, не надо. Сыну моему сестре. Она говорит: Зяме. Я говорю: Сима, пусть отойдет сыну моему сестре. Она говорит: ладно, уже хрен с ним, уже пускай отойдет, когда хочет. Ты мне не даешь. Это вот, умереть спокойно. Она говорит: хорошо, ладно, все. Ой, ну что еще у меня? Туфли, мои туфли, вот эти цеба, чешские туфли, пиши. Туфли чешские отходят моему родному брату Лазарю. Она говорит: зачем Лазарю туфли? Зачем ему туфли? Он же не ходит четвертый год. Зачем ему туфли? Не надо ему туфли, давай лучше моему брату. Моему брату. Она говорит: нет, моему брату. Она говорит: нет, моему брату. Он говорит: я не понял, кто умирает, ты или я?